Всем привет! Сегодня 4 июня 2023 года, и пока мы с нашей семьей, красавицей Туаль, были на прогулке, к нам приезжали владельцы нашего выпускника из Питера Оксаночка и выпускник Араратик, и передали нам вот такой целый пакет подарков. Я, честное вам слово говорю, только приехала и даже еще туда не заглядывала. И теперь вместе с вами я хочу рассмотреть подарки, которые вот здесь. Конечно же, и Туаль мне здесь помогает. Ой! Итак, это, наверное, лежанка. Какая-то очень уже вижу смеха. А ну-ка. Вау! Ой, какая прелесть! Какая прелесть! Чего-чего, лежанок в нашем доме лишними никогда не бывает. Причем такая прелесть мягусенькая. Кстати, вот эту милоту я хочу положить малышам, которые сейчас растут в нашей Феодосике. Вот такая прелесть. Ух ты, супер! Обожаю. Я вообще падкая на вот эти, падкая женщина на вот эти все прелести. Ну и смотрим дальше. Так. Ну это, конечно, очень мило. Не знаю, можно это показывать на канале. Но это Арарат. И Араратом зовут щенка. Ну он же почти взрослый мальчишка. Спасибо. Пятизвездочный Араратик. Боже, как мило. Кстати, у меня через несколько дней день рождения. Я думаю, мы как раз-таки воспользуемся. У меня 13 июня день рождения. И 16 июня у моего мужа день рождения. Так что нам это как раз пригодится. Спасибо огромное. Так, а что же здесь? Этуаль. Этуаль, иди сюда. Иди сюда. Этуаль помогает. Иди сюда. Ну, залазь. Можно. Она не знает, знает, что на стол нельзя. Давайте посмотрим вместе с вами, что здесь в этой коробочке, на которой нарисован бультерьер. Игрушка для бультерьера. Это серьезная вещь. Вообще игрушек для бультерьеров практически не существует. Но это, по-моему, настоящая. О! Она еще и пищит. Этушка. Это что, настоящая типа? Да, жесткость этой игрушки вызывает доверие. Это сегодня весь вечер посвятим. Это главное, чтобы пищала. Да еще если жесткая. Слушайте, ну я отдам ей, побежит она сейчас с ней. Супер. Но я думаю, если здесь нарисован бультерьер, то это все-таки мистер бультерьер рассчитано. Потому что по качеству, ну расскажем вам. Держи. Это то, что ей нужно, она убежала. Солнце мое сладкое. Да. Дальше. Здесь целый огромный пакет игрушек. Игрушек, ну, здесь для малышей, конечно же, нам. Игрушек, конечно, много не бывает. Как у любых деток, у собачек, игрушек, игрушки это все. И сегодня, сегодня я обязательно поделюсь с нашими малышами. Сейчас прибежит Этуаль. Морковка, кстати, у нас такая есть, уже мы пользуемся. Очень классная вещь. Люблю вот эти вот плетеные игрушки, они вечные, как по мне. Вот эти все вещи и очень безопасные. Это что такое интересное? А, сюда, наверное, можно что-нибудь засовывать. И вот так ставить. Интересная штучка. Это зубки, зубки точить. Бананчик шелестящий. Ой, кстати, сниму отдельное видео. Наверное, не сегодня. Вот это классные вещи. Обалденные. Вот их вообще я обожаю. Супер. Косички плетеные. Это все, что нужно. Ну, наверное, за один раз даже столько собакам сразу много. Хотя щенков много, но они любят... Это крымские, крымские тапочки. Пам-пам, вьетнамки. Это моя летняя обувь. Я такое ношу. Супер, отлично. Это то, что надо. Но это даже много для первого раза. Но я сниму обязательно видео. Клубничка пищащая. Супер. Обалденный. Вот это вообще мое. Вот я знаю, что... Вот, кстати, между прочим... Мы тестировали уже такие игрушки на своих собаках. Я всем рекомендую. Вот эти плетеные косички все. Это то, что вообще очень любят животные. Особенно, когда им есть с кем потянуть их. И вот эти вот резиновые. Ну, вот это, кстати, хорошее качество.
А вот это пищалки любимые для Этуаль. Побежит, бежит. Вот. Я же сказала, вот оно уже здесь. Ну иди, залазь на стул. Ну давай, да ты уже бросила? Ну иди, залазь. Она, видите, уже тут как тут. Ну этот бутерброд тебе нельзя. Крыша поехала. Ой, как хочется, как хочется. Видишь, тут вот две пищалочки. Где-то тут еще уточка. Ее это сводит с ума просто. Все, иди за той. Все, иди, иди, неси Пипу, неси, неси. Ты играешь с ней, неси. Вот. И вот такая вот руль. Тянучка. Прекрасно. Так, все складываю обратно. Спасибо огромное. Слушайте, ну это так приятно. Это невероятно и неожиданно. И очень-очень приятно. Мы подарки любим с нашими собачками. А как же? Что там Этуаль кашляет? Неси давай игрушку. Неси, аж запыхалась. Неси, давай, 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 иди. Она хочет, чтобы я ей еще дала. Нет, я тебе не дам. Я сейчас их сложу. Она сейчас стырит. Она сейчас, это она такая вроде бы скромная девочка. Она сейчас быстро на стол залезет. Так, складываем. Что-то здесь я еще видела. Это что-то здесь такое интересное. Вот такое интересное. Так интересно распаковывать. Так. Санкт-Петербург. Колокольчик. Супер. Супер. Обожаю вот такие вещи. Еще из Санкт-Петербурга. Я вам хочу сказать, что я очень серьезный патриот Крыма. Обожаю Крым. Но я просто влюблена в Санкт-Петербург. Всему Санкт-Петербургу огромный привет. Я была несколько раз в этом городе. И мне кажется, что в прошлой жизни я в нем жила. Потому что мне все настолько знакомо. Не знаю почему. Так что огромное спасибо. Поставлю, ой, боже мой, на полочку со своими красотами. Вот такой неожиданный сюрприз у нас сегодня. Слышите, Этуалька там уже попискивает. Неожиданный сюрприз с подарками мы получили от Оксаночки, владельца нашего выпускника Арарата, которые живут в Санкт-Петербурге и вот были в Крыму, отдыхали. Добро пожаловать в Крым. У нас мирно, спокойно, слава Богу. И спасибо еще раз огромное за внимание. Это, конечно, очень дорогого стоит. Я очень-очень рада. Спасибо вам огромное.